Ну, привет. Я Земля. Джим, это походу взрыв! Земля, что у тебя опять происходит? Ничего, Венера. Просто мои жители немножечко, ну, так, в гневе. В каком еще дне гневе, Земля? Мне уже надоело. Они шумят на весь космос, на всю систему. О, привет, друзья! А чем вы занимаетесь? Макс, что ты здесь делаешь? И почему ты такой радостный? Я тут с Землей разговариваю. Почему здесь у нее какой-то хаос происходит? А знаете, почему я такой радостный? Потому что сегодня ко мне еще кто-то прилетит. А, ясно. Ясно. Нептун, что ты делаешь? Читаешь книгу? Да, Уран, я хочу посмотреть, что здесь. Да давай во что-нибудь поиграем. Тебе, наверное, скучно читать. Нет, мне в самый раз. Давай поиграем в догонялки или в прятки. Нет, мы уже 1000 раз в это играли. Сколько не сосчитать. Да ладно тебе, давай. Меркурий, ты меня не догонишь, я тот самый быстрый. Нет, догоню, это нечестно. Как ты стал таким быстрым? Ну, это секрет, начал быть профессионалом в догонялках. Ты ж 1000 лет в это уже играл. Теперь я тут самая быстрая планета. Ай! Больно. Стоп, это был сон? Я не понимаю, что у вас здесь происходит? Что вы так шумите? Ну, привет, я Плутон. Я хочу попасть в Солнечную систему, но не знаю, как это сделать. Именно поэтому у меня есть план. Ха, ну привет, Марс, меня наконец-таки взяли в Солнечную систему. А, что, кто? А, это ты, Плутон. Как же ты меня напугал. Тебя взяли в планеты? Не верю. Спасибо, что помогла мне, Земля. Без тебя бы я не справился. Привет. Плутон? Так, сов, Венера. Давайте не будем ссориться. Нептун! Да, очки. Сейчас. Держи. Спасибо. Ну вот, тут написано, что... Плутон! А? Не понимаю, что у вас здесь происходит вообще? Меркурий, отойди. Я с Плутоном разбираюсь. Плутоном? О, Плутон, привет. Ты что, и с Плутоном хочешь что-то сделать? Да, поэтому не мешай. Как же они меня уже достали. Меркурий, что ты такой мелкий, а? Я не мелкий, а ты да. Зато я Плутона выше. И что? Все равно же маленький. И что ты тут двигаешься? Тебе к Солнцу пора. Что здесь происходит? Я не понимаю. Венера, ты опять обижаешь Меркурий? Ну а что? Он такой маленький, что я аж не знаю, что с ним сделать. Зато у него есть плюсы. Он быстрее всех может покрутиться вокруг меня. Солнце! Я тоже могу! Я тоже могу быстрее! Вряд ли. Что? Уи, я уже в какой раз пробежала в него вокруг. Уи! Все, хватит, ладно! Ладно! Что такое? Хочешь прощения? Нет. Ладно, я схожу к Сатурну. Кое-что у него спрошу. Да. Солнце, ну как он тебя не бесит? Меня никто не бесит, даже ты. Я всегда могу спокойно. Но иногда я могу быть, конечно, в гневе. Если меня разозлить, конечно. Хо! Солнце! Конечно! Ты чего ты его терпишь? Сатурн, слушай, у меня тут одна проблема. Кто это говорит? А, это ты, Меркурий. Вижу, какой же ты маленький. Хорошо, что ты хочешь? Я хочу... Что ты хочешь? Опять что-то себе? Нет, нет, нет. В этот раз нет. Я хочу, чтобы надо мной не издевались. Ну, извини, ничем не могу тебе с этим помочь. Почему? Ну, потому что так я не знаю, чем тебе помочь. Слушай, ты можешь просто со свеем и не бояться Венеру. Реально? Конечно. Правда? Ну хорошо, я сейчас пойду туда. Стой, подожди, я еще не договорю. А, ладно, пусть сидит там. Привет, Венера. Опять меня прощения хочешь теперь попросить? Нет. Теперь я тебя могу разозлить, а ты меня нет. Привет, Марс. Давай в догонялки. Нет, не хочу. Что случилось? Да, вспомнил кое-что. Иди, Земля. Почему? Я тебя не узнаю, Марс. Ты какой-то невеселый. А я вот помню, что у меня была жизнь. Чего? Да не
чего? Было. 4 миллиарда лет назад. Ты же был Земля. Я тогда еще не знала тебе. Ну, расскажи. Это было 4 миллиарда лет назад, когда именно и ты появился, и я. У меня была вода, растения. Не верю. У меня было все, как у тебя Земля. Но время шло, и что-то у меня все останавливалось. Как-то с каждым годом все менялось. Вообще всегда менялось. А сейчас, может, у тебя ничего не меняется, да? Ну да. Это все, наверное, из-за солнца. Все солнце мешает. Если бы не солнце, то... Да. Если бы не солнце, то на, меня бы уже не было. Ах, Земля, почему ты не как мы? Наконец-то у меня появились кольца. Земля, смотри, у меня кольца. Юпитер, они же у тебя всегда были. Что? Солнце, я тут пришел уточнить. Земля мне сказала, что кольца у меня уже давно. А я увидел, что они только сейчас у меня появились. Это правда? Да, конечно, это правда. А что? Это же странные вопросы. Они же у тебя всегда были. Эх, знал бы ты сейчас, как мне грустно. Я увидел эту планету и сразу просто офигел. Я сказал, что у тебя это уже давно. Да, а знаешь почему? Ну и почему же? Ну, потому что у тебя есть спутники. Как у Сатурна, Урана и Нептуна. Серьезно? Вот это да. А почему я только сегодня заметил? Не знаю. Но они у тебя точно есть. А, правда? О, вот же они. Спасибо большое, Луна. Ну, привет, мои спутники. Наконец-таки вас нашел. О, мне Земля говорила, вроде ты Европа. У них там вроде тоже Европа есть. Какая еще? Нет, я единственная Европа. Ты что, совсем что ли офигел? О, привет, Йо. Какой я тебе Йо? Ты что, совсем что ли? Ладно. О, Альматея, привет. А что тебе от меня нужно? Ты хочешь сказать, что я выгляжу, типа, как какой-то астероид? Нет, я такого не хочу сказать. Вы что? Вы мне не рады? То, что я наконец вас нашел? Да ты понимаешь, что мы тут без тебя вообще делали? Вообще, понимаешь? Вы ненормальные! Слушай, Марс, а ты не думал, что если мы все столкнемся? В смысле? Ну, то есть, столкнемся и станем какой-то, ну, одной планетой. В смысле? Я не узнаю, что ты сейчас говоришь. Ну, допустим, сейчас, если мы все планеты столкнемся в одну, что будет? Откуда я знаю? Ну да. Кстати, а ты чего так близко ко мне стоишь? Ну, не знаю. Подожди. Что ты делаешь? Ой-ой-ой. Ах, не делай так. Я случайно? Извини. Да ладно. Привет, друзья. О, привет, Сатурн. Привет, Сатурн. Слушайте, ну так слушай, Сатурн, а ты не думал о том, что если мы все столкнемся? Наверное, вряд ли такое, Земля. Да, я тоже подумаю. Дай угадаю, мы очень далеко находимся? Да, ты угадала, Земля. Мы находимся очень далеко, и такого не будет то, что мы столкнемся. Вообще не будет. Правда? Но мы чуть Землю не столкнулись. Ну, потому что, может, мы были очень близко. Поэтому, да, лучше вам нужно оставаться на своих орбитах. О, привет, друзья! Юпитер, нет! Я говорю тебе еще раз, Меркурий, ты ужасный... Не понял, что происходит. Ты понимаешь, что здесь решается? Как здесь? Да не понимаю я! О, новая планета? Нет! Да, Плутон, хватит уже по ним скучать. А как не скучать ты по ним? Я уже столько всяких планов сделал, чтобы вернуться к ним. Но и опять ничего не получилось. Обзабейте уже на них. Мы же с тобой... Ты же не одинок. Да я знаю уже. Но я хочу к ним. И что? Я придумал 170 планов. И они все равно не работают. Да забей ты на них. Да они просто тебя не берут. Ты же понимаешь. Нет. Я придумаю 171 план. И если он тоже не будет работать, но он будет концом. Я 100% говорю. Плутон, успокойся. Да и что успокойся твое?
Я должен вернуться туда. Я должен. Правда, Путон. Может, прекратишь уже? Правда. Ну, ты же понимаешь, то, что... Ну, ты очень много планов придумывал и уходил от нас. Ты даже мало времени с нами проводил. И что? Мне нужно к ним вернуться. Я был планетой, я не должен быть карликой. И ты тоже. Цирера. А я что, планета, что ли? Вах, Плутон меня назвал планетой. Вот это да! Тихо, я делаю план. Плутон, ну правда, тебя уже не возьмут в планету такими способами. Планы, не планы, они будут все равно уже не будут работать. Нет, все, я написал план, и я пошел к планетам. Мы пойдем с тобой. Что? Я не брал с собой пассажиров в Солнечную систему. И что? Мы все равно пойдем. Так, очень интересно, чтобы ты больше времени с нами проводил. Это никогда не кончится. Нептун! Что такое? Плутон? Опять ты сюда пришел? Опять ты приходишь на эту территорию, которой уже давно нет? Ну, помнишь, я был твоим спутником. Мы с тобой, помню, встречались, играли. И помнишь, все было хорошо. Ты и спутник, и планета. Ты был карлик и планета. Кем ты только не был, Плутон? Я больше... Извини, но ты больше не мой спутник. Ха, извини. Ну, Нептун! Мы с тобой были как не разлей вода. Все, пошли время проводить. О, да нет, я пойду еще. Боже мой. Самая огромная планета. Ты шутишь? Да нет, ну правда. Солнце, ты меня уже достала, это вправду так. Может, подумаем, а что если самые маленькие планеты, а солнцами огромные? Солнце, что за шутки? Да, прямо сейчас, допустим, если такое будет. Ха, ты вообще такой маленький, что же не знаю, что тебе сказать. Ой, ой, что за... Привет. Я ей говорю, да нет, солнце, это вообще плохо. Ребят, ребят, вы видели, Меркурий вырос. Серьезно? Это получилось, вот это да. Солнце, что ты сделала? Теперь Меркурий как-то большим стал. Привет, друзья. Такой уж он огромный по сравнению со мной, правда? Ну да. Но выше Юпитера так точно встанешь. А я уже выше Юпитера. Что за фигня? Вот так быстро. Ну, вроде не так уже быстро идет. В принципе, я такой огромный. Стоп, почему он становится выше меня? А, он теперь супер огромный, как солнце. Он солнце закрыл. Что-то так темно. С другой стороны, вроде не очень. Что ты делаешь? Не понял, а где солнце? Не знаю, где оно. Так, стоп. Что это там за супер огромная планета заменила? Пошли посмотрим. Опа-на, смотрите. Привет, друзья! Я уже вижу, что у меня самые большие кольца. И никому они не достанутся. Эх, что же делать? У меня маленькие кольца. Не выше, как у Сатурна. О, нифига себе, какие у меня огни огромные стали. Как это так? Что? Где мои кольца? Я не понимаю. Где они? Где мои кольца? Где? О, привет, Сатурн. Случайно... Кольца мои не видел. У тебя мои кольца? А, в смысле? Да, а я такой думаю, почему у меня такие огромные? Ну все, иди сюда. Ну, не догнанешь, наверное, меня. Солнце, помоги. Да что у вас опять тут происходит, а? Теперь у меня кольца, как у Сатурна. Поздравляю тебя. А я ему такой говорю, то что вообще, что это за люди такие? Что ж так они рванули-то? Отдай кольца! А как? Да хоть как, отдай! Да господи, сколько уже можно, а? То Венера, Меркурий, Солнце, то теперь и будет Сатурн и Уран. Так он мои кольца забрал. А они как-то сами появились, я сам не знаю. Давайте померить уже. Когда он вернет мои кольца. А как это сделать вообще? Ах, боже мой, это никогда не кончится. Отдай кольца! Наконец-таки все спокойно. Да мне уже надоел! Это ты мне надоел!
И вообще, хоть и таким стал игром, все равно когда смог таким же... Ты вообще уже меня пугать начинаешь! Стоп! Ребята, ну ребят, ну хватит ссориться, ребят, пожалуйста, прекратите, а? Да что прекратить-то? Оп, я заупал уже! Да, нет, он меня заупал, он первый начал! Нет, он! Так, давайте все спокойно, успокоимся! Так, может быть подумаем, если вы так близко будете находиться... На своих орбитах, то вы же все столкнетесь. А, ой, точно, вспомнил разговор о Сатурне. Поэтому, пожалуйста, Меркурий и Венера, ну вы можете как-то не ссориться? Нет, не могу. Меня этот мой задолбал уже. Не то меня задолбал. Он постоянно говорит, что я маленький. Хм. Пожалуйста, давайте вы не будете ссориться. И будете спокойно дружить. Ну ладно. Если вы не хотите спокойно, тогда придется сейчас я буду расставлять их по орбитам. Не-не-не-не, сейчас расставимся. Вот и хорошо. А, что? Какого вида? Мы сталкиваемся! Солнце, ну ладно, все, хватит уже. Я думаю, я все понял. Прекрати. Ну как так можно не прекратить вообще? Зачем говорить про меня плохое? Я же наоборот вам помогаю. И Земле тоже, как бы... Макс, можно тебя на пару минут? Ладно. Что ты хотел? Знаешь, на мне тоже была жизнь, как на тебе. 4 миллиарда лет назад. Чё-то не верю. Расскажи историю, завези Землю сюда тогда. Ты хочешь нас убедить, то, что на тебе была жизнь? Да зови ты уже Землю. Что случилось? Короче, на мне тоже была жизнь. Марс, ты что? Как ты избавился от Солнца? Ну, говори, что жить, пусть расскажет. Короче, это было тоже 4 миллиарда лет назад. Я вас тоже не знал, но на мне была жизнь. На мне была вода, то же самое растение. Ну, и все из-за Солнца тоже у меня случилось. У меня все начало просто пропадать. И сейчас у меня извержат вулканы. Ну и все такое, короче. Но лучше не будем говорить, что Солнце виновато. А то потом накричит на нас еще. Угу. Так зачем вообще это говорить? Да, ну почему-то 4 миллиарда лет назад у меня жизни вообще не было. Да, ну давайте лучше не будем об этом вообще никому говорить. Ой, отстой, история, не верю. Да пошел туда, как отсюда, Меркурий! О, я думаю, ты меня понял. Да, я понял. Все точно будет хорошо? Конечно. Ну ладно, я пошел. Давайте уже запускать ракету. Ну давайте. 3, 2, 1. О, я в космосе. Можно выйти в открытый космос? Что за... Меркурий, ты меня уже задолбал. Нет, это ты меня задолбал. Ну что ж, Марс, ты проиграл. Ну, расскажи еще одну историю. Опачки, кто новенький прилетел? О, приветик. Что, мне это снится? Нет, правда, ничего тебе не снится. Ты в космосе? Ладно, всем привет. Я Астрачел. Я прилетел посмотреть, что тут происходит просто. Я не думал, что здесь у вас такое. Да, ты не знал. Я хочу домой. Как же хорошо быть самой большой планетой. Ой, почему я становлюсь меньше? Ой, что происходит? Блин, почему я стал маленьким? Не понял. Почему я такой маленький? Надо сходить к Земле. Опа. Я стал выше Юпитера. Вот это да. Вот это супер. Земля, помоги мне, пожалуйста. Кто это говорит? Подожди. Юпитер? Это ты? Да. Помоги мне, пожалуйста. Что же будет, если стану маленьким? И вообще, почему я такой сейчас маленький стал? Ну, во-первых, если ты же все-таки станешь маленьким, то ты защищаешь меня от астероидов и метеоритов. Потому что если бы не те метеориты и астероиды, меня бы они уже давно напали. А так как ты становишься маленьким, они спокойно летят ко мне. Поэтому лучше тебе быть большим. Но я не знаю, как мне это сделать заново.
это вредитель. Ой, не понял, что? Почему слово огромный? Я не понимаю, что у вас тут вообще происходит? И все-таки все спокойно. Ну, привет. Подожди, а кто ты такой? Я черная дыра. Так, стоп, Луна, а где солнце? Не знаю. Стоп, что это там? Меркурий, ну все, ты меня уже достал. Все-таки смог. Что за... Это что, черная дыра? Ну, привет. Земля, у тебя все хорошо? Ты что, вроде уснул? А, да, извините, просто сон приснился мне один. И все-таки все спокойно. Ну, привет. Подожди, кто ты такой? Я черная дыра! Так, стоп, Луна, а где солнце? Ну, не знаю. Что это там? Куры, ладно, ты меня достал. А я все-таки мог. Что за... Что, черная дыра? У тебя все хорошо? Ты вроде уснул? А, да, извините, просто сон приснился мне один. Ой, это черная дыра? Да, Бутон, проснись. Тебе что, что-то приснилось? Может быть, все-таки давай, а? Нет, я занят. Ну, блин. Эй, Уран, пойдем на гонялки сыграем. Ну, ладно, давай. У меня появились планеты. Как там кто-то появляется. Вижу. Ой, я только что появился. Ау! Блин, что же я наделал? Ё-моё! Ну и всем спасибо за просмотр этого ролика. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И, кстати, всех поздравляю с наступающим Новым годом. Я надеюсь, что в следующем году мы наберем нашу следующую цель. Это 2000 подписчиков. Погнали!